Всем привет, с вами Жанна. Готовлю азу. Потребуется говядина, картофель, помидор в собственном соку или же свежий, томат-пюре, соленый огурец, репчатый лук, чеснок, зелень, петрушка, мука, соль, перец, говяжий бульон у меня и растительное масло. Нарезаю лук, буду резать полукольцами. В учебнике написано, что нужно жарить на комби-жире животном, но у меня нет, поэтому использую оливковое масло. Пассирую лук. Лук перекладываем. Режу мясо примерно 2-3 сантиметра толщиной. Отбиваем мясо. Кладу на пищевую пленку с обоих сторон, так удобно отбирать и брызги не летят. И или же тяпкой, или тупой стороной ножа. Отбиваю с обоих сторон. Нарезаю мясо. Отбила примерно, чтобы стало чуть тоньше половины. И нарезаю. Нарезаю. Примерно как на бестроганова. Солю, перчу. Обжариваю на том масле, где пассеровала лук. Но если надо, то еще можно добавить. Обжариваю минуты 4. Перекладываю в котел. Добавляю бульон. Кладу лук. Томат-пюре. И помидоры. Если свежий помидор, то нужно снять кожицу. Накрываю крышкой и тушу. Нарезаю картофель брусочком. Обжариваю картофель. Картофель обжариваю до полуготовности. Убираю в сторону. Добавляю масло, такую столовую ложку. Накрываем. Добавляем муку. Муку обжарила, убираю в сторону. Мясо тоже уже подошло. Протягиваем. Соус переливаю. Добавляю огурцы. Чеснок перетираю с солью. Добавляю
добавляй соус. И картофель. Разравниваем и прокипячем минут 15. Тушила 15 минут. Картошка стала мягкой. Блюдо готово. При подаче посыпаю зеленью, петрушкой или укропом. По поводу вкуса. Вкус хороший, остренькое блюдо, слегка кисловатое. Вкусно мне напомнило немного вкус солянки. Хорошее, сытное, вкусное блюдо и простое. Азу готово. Приятного аппетита!